Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как добираться до экотропы на мысе Кипирорт, куда мы совершим нашу пешую вылазку. Это Санкт-Петербург, это Выборг, а вот это по Приморскому шоссе находится город Приморск. Да, это чтобы вы примерно понимали, что это, где это. Мыс Кипирорт, вот этот полуостров. И, соответственно, ну, мы находимся сейчас здесь в гостях на даче рядом с Высоцком. Поэтому у нас отсюда идет маршрут. Но, соответственно, вы, может быть, будете подъезжать с другой стороны. Так вот, до экотропы можно доехать двумя путями. Один вариант – это через Приморск. Второй вариант – это через Прибылово, да, вот здесь вот. Я рекомендую вам именно вот этот вариант, потому что там есть хоть какой-то асфальт до сих пор, да, в заплатках, но хотя бы асфальт. А дальше идет очень хорошая плотно утрамбованная грунтовка, то есть даже если у вас не внедорожник, вы нормально проедете. Потому что, как бы, альтернативным мнением, и на первый взгляд тоже логичным, может показаться, что разумно ехать через Приморск, это же Приморск, там должны быть хорошие дороги, а потом от Приморска, даже если пригороды какие-то, все равно дорога должна быть лучше. Ну, это неправда, потому что через Приморск нас вело, по крайней мере, вообще через какие-то отшибы. То есть асфальт на отшибе здесь был ничуть не лучше, чем вот здесь. А дальше начинаются какие-то вообще страшные колдобины, и если поначалу вдоль каких-то дач, особнячков там еще можно было более-менее ехать, то последние 10 километров мы на машине ехали полчаса. Так что вот эту дорогу через Вязы я вам не рекомендую. Ну, а теперь переходим к самому нашему путешествию. Итак, сегодня мы решили взять нахрапом экотропу в Выборгском районе под Приморском. Находится она вот здесь. Вот. Экологический маршрут. Экологический Кипирорт. Маршрут Кипирорт. Да, это как Кипр и курорт, но только под Выборгом. Вот. Для того, чтобы сделать экотропу, два мега-экотуриста проехали на эко-машине по эко-булыжникам полтора эко-часа. Ради того, чтобы сейчас 14 эко-километров... 17. 17 эко-километров шлепать по эко-дорожке. Здесь все прекрасно. Здесь эко-заборы с эко-плакатами. Эко-туалет. Эко-туалет, да, мы покажем его в будущем. Поэтому мы эко-погнали. Прекрасными эко-ногами мы идем по чудесному мелкому эко-песку. И на информационном эко-щите есть информация о эко-ягодах, которые здесь произрастают. Здесь все про них написано, только не сказано, съедобны они или нет. Но это мы выясним. На собственном опыте. На собственном опыте, да. Дальше дорога устлана эко-шишками. И самое интересное, что тропа отмечена вот таким эко-знаком, который мы сначала приняли за кирпич и подумали, ну в смысле кирпич, если нам туда навигатор и ведет? Вот. Но оказалось, что это не кирпич. А вот в этом месте, например, мне вообще показалось, что я играю в первую часть игры Диабло. Вот, кстати, еще один эко-знак. Потому что вон там дальше находится алтарь. Я думаю, что сейчас я к нему подойду, и там высветится надпись «Алтарь мудрости, вы получаете плюс один к магии», и оттуда выпадает очередной том какой-нибудь огненной стены или другого заклинания. Вы получаете знания. Мы получаем... Нет, ну знания мы, кстати, действительно получаем. Здесь про какой-то очередной... Клуб черешчатый. Про желуди. У нас эти знания уже есть. Желуди мы есть не будем. О, гроза на нас идет, смотри. Гроза? Да, слышишь? Отлично, 17 километров под грозой. Бегом. Бегом. Смотрите, смотрите, это же эко-корни. Чтобы босиком лучше шлось. Однозначно, вот все, пройдя по этой дороге, у вас вылечится плоскостопие, там, я не знаю, затянутся рубцы, уйдут всевозможные заболевания.
Уйдет заикание. Уйдет за заикание, да. Пройдет воспаление легких и хитрости. Но это не точно. Немножко пройдя по эко-песочку, мы дошли до эко-щебня и решили все-таки обуть эко-обувь. Потому что эко-мозоли на разодранных ногах, это, ну, мы еще не настолько эко-активисты. Тропа оборудована эко-скамеечками. Так что в дороге вы можете присесть, отдохнуть, может быть, даже прилечь и поспать. Ну, дальше мы нашли странное место, потому что дорога идет вот сюда. А любопытный указатель, если его, конечно, не Баба-Яга с Кощеем установили, показывает туда. И здесь начинается какая-то интересная ветка. Карта тоже не дает ответа на вопрос, куда же нам все-таки идти. Поэтому мы, конечно, зайдем и глянем, что там интересного. В итоге пойти по деревянной тропе было правильным решением. Здесь нас ждет очередной информационный алтарь про форт Харкеля. Вот, про осаду, про войну. Я не знаю, вот возможно, вон те огрызки какие-то, они и есть некогда форт. Но сам по себе мостик здесь достаточно красивенький. И мы продолжаем наше путешествие дальше. Весь мостик снимаю, хорошо. По заказам трудящихся я снимаю весь мостик. Какой он эко-красивый эко-мостик. Так, ну не очень понятно, куда дальше. Вот это что ли дальше эко-тропа? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну какая-то супер эко-тропа. Ладно, идем дальше. Нас несколько разобрали сомнения на предмет того, что мы идем правильно, потому что здесь нет правильных эко-знаков на эко-деревьях. Вот. Может быть, стрелка, показывающая в сторону форта, имела в виду, что не вам туда, а что вы можете туда свернуть, поглазеть, что там интересного, и продолжить движение, потому что мы помним, что дорога-то продолжала идти прямо. Что-то у нас тут что-то вообще непонятное. Так, Марин, не, ну там-то дальше была дорога, и дальше были указатели. Я предлагаю вернуться туда. Да, погулять-то здесь можно. Если у вас есть карта, навигатор, дофига времени и запас провизии. И нету вот. Четверых детей. И нету четверых детей. Ну или если вы хитроумно оставили их бабушке, как это сделали мы. В итоге мы решили... Уже снимать. Хватит портить мне эко-удовольствие своим видео. Так, эко замолчи. Ага, тут еще несколько указателей, которые хотят сбить нас с пути. Но мы-то теперь знаем, что настоящая тропа идет вперед, а здесь нам просто покажут что-то очередное интересное или неинтересное. Дом молодежного общества Харкеля. Ну, пойдемте поглядим. Так, я знаю, что можно сделать так. Бурлюм. А ты не догадалась, да? Так, что-то мы думали, что нам покажут дом молодежи заявленный, а вместо этого мы уперлись в тупик с очередным информационным щитом. Ну, видимо, здесь рассказано о том, что здесь было, но сейчас ничего этого нет. Здесь даже, в общем-то, и тропинок, которые бы могли куда-то дальше пойти, практически нет. Так что это просто путешествие за очередными знаниями. Ну, окей. Харизма повышена на 5 баллов. Возвращаемся. В процессе прогулки мы вышли к аномалии. У нас ярко светит дождь, и при этом льет дождь. Вот, мы решили спрятаться под елкой, и Марина под эко-елкой нашла артефакт. Почище. Да. Он будет моей палочкой-вручалочкой. Хорошо. Конечно, с указателями и навигацией здесь какая-то полная эко, потому что вот идешь, приходишь к вот такому стенду, и вот и там вроде вперед, и там вроде вперед. И единственный вариант — это подойти к карте и понять, что там нарисовано. Это для болезни Альцгеймера, для борьбы с болезнью. Для борьбы с болезнью Альцгеймера, да. То есть все, кто болеют Альцгеймером, они застревают в лесу навеки, вот, дышат свежим воздухом и выздоравливают. Вот. Запрещено въезжать на транспорте, запрещено посещение гражданами лесов. Так туда можно или нельзя?
Вот, я не очень понимаю. Видимо, с экотропы сходить нельзя. Запрещено в связи с установлением особого противопожарного режима на территории Ленинградской области запрещено посещение экологических маршрутов. О, черт. Так можно или нельзя? Травы. Ну вот, это как бы приходите на нашу экотропу и заплатите бесплатно, да? Заплатите штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, будем считать, что это платная тропа. И пойдем дальше. Потому что иначе ни хрена не понятно. Можно, нельзя, с чем это все связано. Да, понять, что нам идти именно в эту сторону, а не в ту, помогают все те же эко-метки на эко-деревьях. И усиливающийся дождь. И усиливающийся дождь, да. То есть мы на верном пути. Ну-ка, давай своим артефактом взмахни и прекрати дождь. Я не знаю, в какую сторону махать. Ну, вот так, да. Артефакт нашла, а как пользоваться не умеешь. Ты выбрала не тот характер, не того персонажа. Надо было магию выбирать, магию. А в самых заболоченных участках, в сырую говнистую погоду, для обхода эко-болот существуют деревянные эко-дорожки. А еще мы нашли здесь какую-то непонятную мельницу, к которой не подходят никакие провода, ничего. Возможно, здесь установлен вечный двигатель первого порядка. Ну, на самом деле нет. На самом деле это Маринка крутанула и выбежала из кадра. По прошествию 3 с небольшим эко-километров тропа выходит к берегу. Напоминаю, что следуя рекомендациям карты, двигаться по ней надо по часовой стрелке, то есть от ворот начинать налево, потому что иначе все нами сказанное сегодня будет происходить в противоположную сторону. Здесь находится некая беседочка, в которой можно посидеть. Я правда думал, что она должна нормально защищать от дождя, но тут такая как бы эко-крыша. Зато дальше находится смотровая эко-площадка. Очень интересная конструкция. Сейчас мы на нее обязательно эко-заберемся и эко-попялимся на эко-море. Но тут у нас просто кладезь знаний о всех, кто здесь обитает. Получает много знаний. Да, и судя по запаху и оставленным лоткам, тут либо что-то недавно красили, либо собирались красить. Так что персонал к лотку приучен. Птички, еще птички. Раз ступенька, два ступенька, будет лесенка. Вот так вот идешь, а тебе ветка по балде. Бабах, прям эко-лесенка. Да, эко-крышу здесь еще построить. В серединке? Да. По ней эко успели. Вот, но, наверное, она здесь запланирована. И в центре всей этой конструкции... Ничего себе, криогаз. Криогаз? Птица. Интересная птица, да. Криогаз красноголовый. Вот. А это криогаз пышноперый. Так, все нормально. Вот мы дошли до самого-самого верхнего верха. И отсюда обозреваем владения. Не свои, правда, не наши, но здесь действительно чертовски красиво. Кто не хотел сюда ехать, а? Кто не хотел сюда ехать? Пожалуйста. Я не знаю, какой-то идиот, наверное, не хотел сюда ехать. Вечно за хвост тянешь и... Да. Все. Отдельный прикольный представитель местной флоры – это карликовый шиповник. Вернее, может быть, он и не карликовый, а самый обычный. То есть это тот же самый вид, который растет в других местах кустами. Но на побережье он растет в песках, ему тяжело. И он вот такусенький, маленький. Вот, а наверху эко-смотровой площадки находится эко-женщина. Под эко-валуном, оставленным здесь, вероятно, после эко-сошествия ледников, Марина нашла себе второй артефакт. Ну, в общем, не с пустыми руками идем домой. А идти нам еще километров 14. Так, а что это мы халтурим? Где у нас красивый деревянный обход? Или предполагается, что дальше 5 километров заходят только идиоты, если они сюда зашли, то они, значит, и болото перейдут, да? Ну, вообще, недоработка. Пройдя где-то примерно 7 километров, мы увидели булыжники, установленные на булыжнике, возможно, приклеенные. Не знаю, кто так развлекся, но говорит о том, что до нас кто-то сюда доходил.
Мы сделали небольшой привальчик там, где дорожка выходит к берегу. Есть, конечно, желание залезть в воду, но есть при этом подозрение, что дно там не песчаное, а вот такое булыжное, то есть можно свернуть себе ноги. Проверять не стали. Ну, смотрите, если верить карте, мы прошли половину маршрута, да, то есть шли и дошли до сюда, до угла. И здесь должно быть много чего интересного, и маяк, и пожрать. Вот, на самом деле, либо нас что-то ждет за углом, либо это планы того, что здесь когда-нибудь будет, потому что на текущий момент, а текущий момент это лето 2023 года, здесь только очередная какая-то смотровая площадка, замечательная. Пять повешенных, да. Хотя нет, мне кажется, это просто березовые колокольчики, только они почему-то не динькают. Вот. И, в общем-то, все. Вот она, дальняя точка. По пути нам встретился даже эко-мусор, эко-полиэтиленовые пакеты из эко-пятерочки. Вот это я даже не знаю, что за сооружение. Что это? Ольха, наверное. Вот, мы дошли до до смотровой площадочки. Полюбовались. Вот. И сейчас двинемся в обратный путь, но уже не берегом, а лесом, потому что тропа идет кольцом. Под стендом, говорящим нам о том, что здесь когда-то была какая-то деревня, мы находим кусочек, дом почтальона Эсеаса Пулли. Вот, окей. От него остались только фундамент и кусочек стен. Но хорошо. Оно хотя бы есть. В отличие от маяка. Вот. И прочих вещей. Надо сказать, что мы рекомендуем вам обязательно брать с собой эко-репеллент, потому что иначе вас сожрут эко-комары. Вот, потому что, возможно, они тоже сидят здесь в ожидании экотуристов. Если дорога в одну сторону идет вдоль побережья, а значит там сильнее ветер и комаров больше сдувает, то назад вы пойдете по более заболоченной дорожке. И, как мы видим, помимо вот таких вот знаков на деревьях, говорящих о том, что вы идете верным путем, больше никаких следов благоустройства мы здесь не наблюдаем. Ну, вернее, как, информационные стенды и лавочки для отдыха еще есть, а обходы заболоченных частей дорог в виде деревянных мостков пока нам больше не встречались. То есть дальше 3-го километра мы ничего не нашли. Я подозреваю, да, что благоустройство идет потихонечку, не спеша. Вот, что все это еще будет, потому что как же иначе, места красивые. Но правда, когда здесь будет все супер благоустроено и, к примеру, отсыпана, ну если не асфальтовая, то хотя бы хорошая грунтовая дорога, а не тот ужас, по которому мы сюда 1,5 часа ехали, чтобы 3 часа погулять, вот, возможно, здесь тогда и туристов сразу станет столько, что место перестанет быть эко-местом. Но это все, как говорится, потом. Пока мы возвращаемся, учитывая наличие комаров, обратная дорога будет быстрее, иначе нас съедят. По экотропинке к машине своей бредем мы сквозь сосен и голых камней. Бредем мы к машине своей сквозь сосен и голых камней. Пусть мама и папа скорее придут, наверное, бабушки, дети поют. Пусть мама и папа придут, ведь дети у бабушки ждут. Кровь сосут, ноют, наверное. Говорят, включи нам мультики, дай нам конфет. Вот, но ничего, ничего. Дети знали, на что шли, когда выбирали, у каких родителей рождаться. Это их осознанный выбор. Ну что, ребятушки, мы прошли уже больше 10 километров по экотропе. На обратном пути мы наблюдаем различные вырубки. То есть, возможно, действительно площадки к чему-то готовят. Но, как бы, никаких благоустроенных культурных мест мы здесь не нашли пока. Не нашли. Здесь даже информационные стенды практически перестали встречаться. Наличие сраных эко-комаров
и отсутствие каких-либо достопримечательностей вынудило нас пуститься в бегство, да. Вот, я не знаю, пробежим ли мы 6 километров до самой парковки, но пока что бежать так, чтобы тебя не кусали, комфортнее, чем идти и постоянно хлопать на себе этих сволочей. Примерно на 12 километре мы видим эпохальное событие. Лавочку. Наверное, она рассчитана на тех, кто идет тоже недалеко, но только против движения. Тем временем комары начинают догонять нас даже на бегу. Что делать дальше, не знаю. Не вся, конечно, обратная дорога гадкая, заболоченная. Есть красивые просветляющиеся поляночки. Вот, львиный зев тут насеялся. Даже какой-то очередной информационный стенд. Но я говорю, это просто потому, что нам до финиша осталось уже около 3 километров. Мы тут переходим с быстрого прогулочного шага на медленный прогулочный бег. Потому что комары тоже переходят на какую-то медленную тяжелую артиллерию. Наседают на меня. Километре на 13-м мы выбрались из низин и топий. Во-первых, здесь стало больше ветра. А во-вторых, здесь стало больше солнца. И в сумме с тем, что влажность тоже отступила, комаров стало существенно меньше. Возможно, комары дрессированные, и они поджидают только тех, кто добегает до конца. Для всех остальных, да, первые 2 километра в одну сторону, первые 2 километра в другую выглядят прилично. И вот, кстати, еще одна большая маленькая ложь. Там где-то с 13 по 14 километр, когда ты идешь или там бежишь по экотропе и думаешь, я в лесу, это для того, чтобы быть вдалеке от дорог, от цивилизации. Неожиданно оказывается, что часть экотропы полностью совпадает с проезжей дорогой, по которой шныряют автомобили, потому что там находится населенный пункт Каменка. Вот. Ну, или дачное хозяйство какое-то. Но смысл в чем? То есть какая-то в жопу экотропа, и если ты вот идешь себе весь такой из себя эко, да, а тут на въезде в нескольких местах написано, что проезд на автотранспорте запрещен. Ну, то есть я понимаю, что где-нибудь мелким шрифтом там приписано, что для всех, кроме тех, кто здесь живет. Вот, но, короче, вот такая вот эко-не эко. То есть, с одной стороны, впечатление все равно прекрасное, да, с другой стороны, как бы такая... Ловим на маленьком лукавстве. Тем временем вот у нас очередной алтарь силы. Мы видим, что мы находимся здесь. Парковка вот здесь. Осталось совсем ничего. В общем, заряда аккумулятора телефона тоже осталось совсем ничего. Постараюсь экономить. Неожиданная приятность, да? Мы ожидали добегать положенные нам 17 километров до конца. Но наш трекер... отчеканил нам 14 вместо 17, да? Вот, и вот мы уже видим те пески, по которым босиком шли сюда. Я не знаю, может, конечно, трекер у нас чуточку приврал на пару километров. Ну, то есть, все равно хорошо, все равно нормально нагуляли. Или, может быть, 17, это имеется в виду тропа вместе с подъездом, да, от ближайшей трассы или что-то еще. С поворотами, да. Если заглянуть на каждое ответвление, посетить там каждую беседочку. Вот. Ну, короче, в конечном счете, действительно хорошее, приятное местечко для прогулочки. До конца еще пока недоблагоустроенное. Ну что, триумфальный марш победителей. Да, 14 километров ощущается как 17, как в прогнозе погоды. На самом деле, даже может быть как 20. Вот, потому что, ну, бегать и ходить по песку, по колдобинам, ну, это такое себе удовольствие. Но на самом деле удовольствие, хоть и такое себе. Между входом и парковкой находится единственная доведенная до конца беседочка, которая достаточно хорошо крытая сверху, таким манером, что под ней действительно можно спрятаться от дождя. Вот впереди маячит парковочка, на которой маячит наша грустная машинка, последняя оставшаяся. Когда мы сюда подъезжали, здесь было еще 3 машины экотуристов, но мы их встретили...
они шли нам навстречу, то есть я подозреваю, они не то, что полный круг не сделали, они начали двигаться в правильном направлении, но таки его не дошли. Вот, так что мы сегодня экстра-чемпионы. Рядом с парковкой, на всякий случай, показываю, чтобы вы знали, находится эко-туалет типа эко-сортир. Ну, на самом деле, там просто две кабинки, просто с дыркой в полу. Я не буду вам это снимать, я думаю, вы такой... Туалетной бумаги. Да, туалетной бумаги нет, это же эко-туалет. Зато есть информационный щит о том, какие здесь растут растения, и вы можете подчеркнуть информацию, какими листиками можно подтереть свой зад. Вот. Здесь даже есть контейнерная эко-площадка, которая настолько эко, что площадка есть, а контейнера в ней еще нету. Но я думаю, тоже все это будет, все это появится. Вот. И самое главное, что помимо основного маршрута, здесь есть еще немеренное количество дорог, дорожек и тропинок в разные стороны. Так что, если вам даже надоест двигаться здесь, вы всегда можете просто погулять, как погулять. А нас ждет дорога домой. Я пока еще не знаю, по какому покрытию. Сюда мы ехали по дороге, которая Яндекс бодро показывал, допустимо 90. Там были такие колдобины, что, ну, если у тебя не эко-УАЗ, эко-патриот, а обычная эко-Тойота с достаточно низкой посадкой, то там быстрее 20 ехать в принципе не получается. Но назад мы будем возвращаться чуть-чуть по-другому, как естественные эко-испытатели. Эта дорога наложила на тебя отпечаток, и теперь ты будешь эко ко всему, к каждому слову прибавлять. Это моя эко-жена. Всем эко-пока.